Здравствуйте, зрители моего канала, подписчики и мои друзья. Это будет небольшой обзор на сорта ремонтантной малины, которая плодоносит вот на сегодняшний момент. А сегодня у нас фактически середина осени, 7 октября. Это у меня зреет полным ходом, продолжает созревать нижегородец. Шикарная малина, крупные ягоды, я уже снимала про него обзор. Сейчас у нас стоит сильнейший ветер, поэтому прошу прощения, если будет где-то плохо слышно. Включайте субтитры, если что, но самое главное, это просто хотя бы даже увидеть, в какие сроки, что зреет и все, что в каком виде в данный момент находится, какой сорт. Нижегородец пока у меня лидер по количеству созревшей ягоды, по вкусу, потому как долго он плодоносит. Вот невероятный, обалденный сорт. Я им уже восхищалась, снимала про него обзор, и вот сейчас тоже показываю. Плодоносит полным ходом, ягоды все еще такие крупные, красивые, просто шикарные. Вот такой красавчик, ему все-таки нужна подвязка, потому что кустик у меня разваливается под тяжестью ягод. На следующий год буду ставить обязательно подпорье. Здесь рядышком у меня самохвал. Здесь ягод поменьше, ветром сильным, ой, как ветер, выломала ветку, вот, с ягодками. Здесь мы уже тоже ягодки, я снимала обзор, съели, где-то уже подсохли, подгнили, но кое-где еще немножечко осталось ягод. Вот пока у нас буквально, осталась, грубо говоря, одна ветка дозревающая. Здесь еще тоже есть ягодки, но они поменьше. Кустик тоже нуждается в подвязке, потому что и ветра его выламывают, и тяжесть ягод тоже наклоняется. Малиновая гряда. Здесь тоже ягодки вызревают вот такой продолговатой формы. Но больше, конечно, еще не зрелые ягоды. Все опаздывают в этом году. Здесь вот такие вообще мелкие ягодки получились. Плохое опыление, сухое лето. Но здесь вот, боже, по сорту тоже есть ягодки. Все зреет. Это более такой, не такой раскидистый кустик. Пониже ростом высоту получается. И, в принципе, относительно еще держит ягоду. Посмотрим, что будет в следующем году. Здесь еще один крупный сорт ремонтантной малины. Нижегородец, это атлант. Он немножечко похож на нижегородец мне по цвету. Вот когда ягодка вызревает, такой бордовый, больше темно-красный цвет. Тоже сладкая ягода, крупная. Вообще первые ягоды зрелые у нас вообще начинаются с августа месяца. Вот сейчас октябрь, он продолжает вызревать. Красивый, хороший сорт малины, мне очень нравится. Ну, кустик тоже, в принципе, как и большинство ремонтантных сортов, требует подвязки. Но пока ягод не слишком много, куст молодой, скажем так, первогодка, поэтому пока без подвязки. На будущий год обязательно. Улетают птицы, вот слышно. И созрел впервые желтый гигант малина, как ремонтантный сорт. В этом году он у меня плодоносил как летняя малина. И впервые за 4 года выращивания он показал вот на верхушках побегов уже созревшую желтую ягоду. Но по моим наблюдениям, что я вам хочу сказать. Вся ягодка вот так вот, которая созрела, она раздвоилась. Все ягоды крупные, очень крупные, но они вот раздвоились сразу же, да. Но они невероятно крупные. Сейчас у нас пошли дожди, стало холодно вот с этой недели. Вот тоже, видите, ягодка треснула на две части, двоится. Вот это еще нет, но по ней тоже видно, что она тоже старается раздвоиться. Это впервые, когда ягода вообще вот этого сорта, желтый гигант, вызрела именно как ремонтантный сорт. До этого я ее не срезала, вела как тут таймер, да, и ягоды мы ели только в июле месяце на побегах прошлого года. И я хочу вам показать первую ягоду, которая созрела на ремонтантной желтой малине. Это желтая зюгана. И иногда ее еще называют золотая зюгана. Посмотрите, какая огромная ягода. И это первый, вот первый у меня росточек. Купила я ее в этом году с закрытой корневой. Весна у нас была
с возвратными заморозками. Даже 4 июня было минус 4 градуса мороза ночью. И она подмерзала, хлорозила, но вот выдала все-таки веточку, хоть с опозданием, но она у меня плодоносит. Посмотрите, какая гигантская ягода. Все-таки покажу вам еще один летник. Это Пшихиба. Съели две ягоды сегодня. Вот сейчас только подумала, что можно было показать. Он до сих пор Пшихиба зреет, ягода сладкая, несмотря на то, что погода у нас уже не очень, стало холодно. И идут дожди. Ну и в заключение хочу показать малину, сорт, не знаю, покупала просто когда-то ее с рук, без указания сорта, но она ранняя, очень урожайная. Вот даже, наверное, процентов 40, если высоты брать, начинает созревать, вернее, появляться латералы. И вот ягодка зреет сверху, конечно. Мы уже ее каждую неделю обрываем, едим, но она продолжает зреть и нас радует. Ну, кустик тоже молодой. Ну, вот в этом году максимально много ягод зреет. Это уже которую неделю мы обрываем. Вот ягоды все появляются. Ну, вот такая уже помельче ягода стала, но она вот такая все равно относительно плотненькая. Вкусная. Ну, вот все сорта малины, которые зреют у меня, плодоносят вот до сих пор. Я думаю, еще неделю продержатся. Это будет точно середина осени. Всем пока!